Всем добрый день. Вот еще одна кондитерская сладость от торговой марки Атак Шексна. Такие вот мини-шоколадки, которые называются Ассорти. Посмотрела у них на сайте, оказывается, их сколько? 6 видов. Вот можно даже посмотреть. Это в коричневой упаковке фантики, в желтом, в красном, в синем, в голубом и зеленом. Ну, я купила вот, что было, вот такие вот выбирала, чтобы разного цвета были. Зеленые, желтые и синие. Вообще, вот это считается, что это мини-шоколадки. В них 9 грамм, как указывает производитель. В каждой из них, вот в зависимости от цвета, добавлены дробленые орешки, арахис, кунжут, халва, воздушный рис и кокос. Зеленые шоколадки. Это конфеты с кокосом. Называются конфеты, хотя это вот посмотрим потом дальше. Желтые это конфеты с халвой. И синие конфеты с ванильным вкусом. Допустим, открываем. Открываем. Это что у нас? Это с халвой, да? А, с кокосом. С кокосом. Вот такая плиточка. Вот посмотрите, это как настоящий шоколад молочный. Видите, блестит такой. Не видно, что это оно соя здесь. Даже ломается, как шоколад. Есть небольшие вкрапления. Это, скорее всего, мелкая-мелкая кокосовая стружка. А, вот здесь вот получше видно. Они у меня в холодильнике не лежали. Ну, как видите, не тает. Вот немножко руки марает так слегка шоколадом. Но как такового вот не тают они. Это у нас с кокосом. Давайте теперь откроем. Это у нас с халвой. Откроем с халвой. По внешнему виду плиточка такая же, абсолютно одинаковая. Надпись «Шоколад». Шоколад на латинском. Давайте разломаем. Здесь вот тоже практически мелкие-мелкие белые вкрапления. А, вот здесь побольше. Не знаю. Давайте фантик я в сторонку уберу, чтобы они не мешали. Вот так вот. Вот, вот так вот. Теперь осталось у нас конфеты с ванильным вкусом. Ну, здесь, я думаю, не будет никаких вкраплений. Да, так и есть. Здесь только, видать, ванилин добавлен. Говорят, что если с орешками попадаются, то там прям орешки. Вот если другого цвета, то прям там кусочки орешков. Ну, здесь вот так. Получается вот. Вот это у нас с халвой. Вот это с халвой. Вот это с кокосом. Потому что я первую с кокосом же открывала. Вот это с кокосом. А это с ванилью. Шоколадки очень вкусные. Вот молочный, настоящий молочный шоколад. Ну, насчет халвы я не могу сказать. Халвой там... Вот здесь вот немножко чувствуется вкус кокоса. Вкус кокоса чувствуется. Кокосовой стружки. Вот когда конфеты кокосовые покупаем, там чувствуется же. Вот это с халвой. Вот это что, белое? Я не знаю, сейчас попробую.
еле-еле-еле-еле вкус халвы ощущается, но очень слабенько. Вот этот молочный вкус, молочного шоколада, вот этот вкус перебивает все-таки. Но мне даже больше нравится, потому что я халву не люблю, поэтому вот такое вот, эти конфеты мне понравились тем, что там они, это не халва все-таки. А пончики очень красивые, прям голограмма такая. Вот видите, блестит все, с этой стороны тоже все блестит. Прям бесподобные фантики, очень красивые. Выпускает, сейчас я почитаю. Адрес производства: Вологодская область, поселок Шексна. Ну, в принципе, как и все остальные. Кстати, да, насчет цены. Сейчас я посмотрю, сколько они стоят. Посмотрела я цену. Стоят они 2620 тенге за килограмм. Думаю, что цена это не завышена, потому что все-таки это практически настоящий молочный шоколад. Надеюсь, отзыв мой вам пригодился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч!